Раз открылся. Всем привет, с вами Стоун Краш, и это Genshin Impact. Еще раз всех с Новым годом. Есть, у меня зависло. На загрузке почему-то все виснет. Так. Где наши модераторы? Модераторы, придите сюда. Экспедиция. Так, Беннета отправляем. Кею отправляем. Рейзера отправляем. Да куда ты? Тому. Тома, выходи из дома. Так. Так, тебе не надо пока. Пока остынь. Маски, книжки. Аждаха. Денег уже нормально подвалило. Так, заменить главную героиню срочно. О, почта. Дорогие путешественники, продавайте, твоя вопроска закончится. Да ну нужно мне. Я уже прошел его давно. Я думаю, я его не пройду, а я его прошу быстро. Так, крутить пока нельзя. Не покрутим. Хили-чуру. What's your battle plan? Ура! Так, смолу надо потратить. Смола. То 10. Чё так мало? А чё так мало-то накопилось? Хили-чуру. Так, от тебя что-то надо? И давай. Ковдок, каждый день в карауле. Писать не о чем. Здесь ничего не происходит. Все в порядке? Мой отец, Таннер, работает на винокурне. Он гордится тем, что я стал рыцарем ордопованец. Он постоянно мне пишет и ждет, постоянно пишу ему в ответ. Но я всего лишь охраняю ворота, боковые ворота, через них почти никто не ходит. Отец с нетерпением ждет вести о моих подвигах, а я охраняю ворота. У отца слабое здоровье, боюсь, что ему только станет хуже. Если он узнает, чем я на самом деле занимаюсь, поэтому я пишу ему о героических битвах и всяких подвигах. Но если я не подкреплю свои письма доказательствами, у отца могут возникнуть сомнения. Если тебе вдруг попадется в приключение какой-нибудь трофей, можешь мне его подарить. Трофей, мое письмо будет выглядеть не намного убедительней. Я этим займусь. Спасибо. Если вместе с письмом отец получит... Так какой трофей тебе нужен? На этот раз достань мне, пожалуйста, разбитую маску. Ой, да это легко. Говорят, что их можно найти на телах поверженных хиличурлов. Это должно убедить моего отца, что я занят серьезными вещами. А не охраняю эти дурацкие ворота. Так, блин, какие серьезные вещи? Это все лишь хиличуру. Буду очень благодарен, если ты доставишь это вместе с письмом моему отцу. И прошу, не открывай письмо. Отец может решить, что это оно фальшивое. У меня есть разбитые? Вы оставили письмо и трофей моему отцу? Пока еще нет. Битую маску можно найти. Да, блин, а что, у меня разбитых масок вообще нет, что ли? Разбитых масок нет. О, одуванчик. Одуванчики. А, давайте телепортируемся в Мондстад. Стад, какие дела? Вот мы и так в Мондстаде были. Ну, в замок. Опять телепортируемся.
Пойдем хиличуру убить. Хиличуру. Что-то подвагивает сегодня игра. А вот и одуванчики. Доберем для кого-нибудь. Да уйди! Уйди, не мешай мне дуванчики собирать. Все? Windblade закончился. Тара-т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 ара
А, мне в чайник надо было зайти. Господи. Шлите в чайник. Не, вы все спят еще. Ну Новый год все отмечали, видимо, поэтому... Кто отмечал Новый год, тот спит. Готовить декор. Декор изготовлен. Новые чертежи. Так, большой гардероб из березы. Трубочка с двумя ящиками из березы. Тумбочка из песчаного дерева с золотым узором. И шкаф из песчаного дерева с золотым узором. Так, 400 монет. Сокровищница. Переходная смола скоро появится. Я куплю еще вот это. Шумный прибавок у вас со всякой всячиной. Прилавок с фруктами по хорошей цене. А это уже не купить. Мастерскую. Можно вот это купить, но я не буду. Я по порядку купаю. Ever... О, не только ведь табуретка. Достижение. Готовьте 120 предметов декора. А чайник как там? Так, сокровище обитель 20 тысяч. Отметить 10 разных комплектов декора и готовить 60 предметов декора. Достигните уровня доверия 7. Так, ладно, уходим отсюда. Уходим из чайника. Так, а что у нас по электроков? Богатые. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. Электропечати мало. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Так, идем на винокур. А
Отдайте письмо и трофей Таннеру. А! Или у меня есть трофей? Ну-ка. Погодите-ка. Трофей. Где эти ресурсы-то? Что мы убиваем-то? А, вот. А, так вот разбитая маска. У меня есть она. А, ну все тогда. Я думал, надо к Филичурва идти искать. Хили-чуру, хили-чуру, хили-хили-хили-чуру, хили-чуру, хили-чуру. Позвольте, это винокурни рассвет, добрый путешественники. Это письмо от Гая. Он написал мне письмо и попросил тебя его мне передать. Он говорит, что сражался в многих битвах. Его совсем недавно приняли в орден. Какие могут быть битвы? Он просил передать этот трофей. Гай, могучий воин, когда Хиличуру окружили его, он и брови не побил. Покойно взял и уложил одного с другим. Мы были рядом и сами все видели. Кай могучий воин, все такое, уложился Хиличуру, мы были рядом, мы сами все видели. Ого, он неплохо постарался, отличный трофей. Выглядит серьезно. Похоже, рыцари его кое-чему научили. А я что сюда пришел? Спасибо большое, могу я тебя чем-нибудь угостить? Вы хотите ответить ему? Пожалуй, и так сойдет, все равно мелкому пройдохе некогда будет его читать. Вот возьми с собой в путешествие, и трофей можешь забрать. Старику он незачем. Если парнишка и дальше будет так стараться, то его ждет светлое будущее. Как же он легко обманул своего отца. А сам всего лишь охраняет ворота. Могучий воин. Могучий вот маленький шаг для Хиличурва. Большой шаг для всего человечества. Туру-ту-ту-ту-ту-ту. О! Учиться неким. Так, Хиличурва. Пах. Шаттер. Бег фор мерси. Ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Бег фор мерси. Привет, Санька! Да еще не спишь? А, ты уже спал. О, завещая маска выпала. Хорошо. Так, Сянка. Давай, подпаливай его. Пали его. Привет, Вася! А ты заходи! Ой, блин, да опять застряли. Заходи в голос. Мы сегодня продолжим с тобой искать что-нибудь. Окей, ну подожди, только я ежедневки добью. Распространяю зло. Мне потом их сдать надо еще. Я один справлюсь с ними. Дневки это фигня. Конечно. Ежедневки это фигня. Если сплю. Да я забыл, что ты лег раньше нас всех. Это я еще сплю.
Поэтому Кену не захотел это. А то вообще уснул от Кены. Да? А я в 11 читал. Я Кену запущу и не сну. Вот, вот что не надо. Вот я в геншине посижу. Записи обрабатываются. Beg for mercy. Freeze to the core. Crush. More speed. Ну да, Кенза. Просто в Кене не так много геймплея такого динамичного, как в Геншине. Beg for mercy. Кена будет пройдена. Рома Кену 20 часов проходил. Чё, она сложная? Ну я прошел за 5 часов, то что прошу Рома за 10 часов. О, скоро 52-й ранг? У меня? Угу. Ну да. 52-й. Блин. Задание легенд всем было? Нет, не все. А, легенд-то все. Вот они. Их нету. Мне надо будет открывать Бейдол. Это будет завтра. Ну, завтра, ну как бы завтра. Ну, видимо. У меня все эти, Антон говорит, что Бейдол это такое г. Ну, Антон вчера на Tomb Raider 2012 гнал, что это тоже... Tomb Raider вчера почти весь день играл. Ага. И горел. А, это 2013 года, да? Да, да. А, я его прошу. А мне лучше в перезапуске. Ну, по крайней мере, я в Rise of Tomb Raider не играл, но то, что мне отправляли там про Россию. То, что там про Россию было, это, конечно, очень странно. Нет, Райс мне понравился. Я проходил его. Ну в Райде там что-то какие-то паспорта российские странные были. А вот Shadow of the Tomb Raider я еще не проходил. Я играл в него. Прошел? Забросил. Скучно? Он первую часть повторяет. Сначала кажется что-то новое, но потом опять она попадает на какой-то остров. Да блин, я сдох. Я не очень в форме сегодня играть, но все равно решил допустить. Да вы в такой. Да вы в такой не очень хороший. Мне, кстати, форме. Интересно, почему у этой. У нефритового коршуна лезвие поднимается. Острие, вернее. Не оно знаю. Длиннее становится. А у Хомы не длинное? У Хомы такого нет. Покажи мне свою Хому. Длину моей Хомы. Длину своей хомы, а не моей. Давай данжи на прямой геме. Вау. Ничего не в состоянии. Побегать. Без на тем более, да? Я побегать с тобой в состоянии. Ну я могу попробовать, но... Сам знаешь. Можешь смолу потратить? Где есть смола? Ну я сделал себе эту густую 3 штуки. На что ее тратить? Мне книги нужны. А книг, по-моему, не дают. А, книги за. Кого? Книги. Ну а у кого да и для кого? Кто у меня? Бутылки? Ну конечно. Пока у меня она единственная. И неповторимое.
Так, увеличить силу атаки и защиты на 50%, когда ХП ниже 60%, когда ХП... Тут, короче, нету дебафов, да, в этом, в этой бездне. Как в этом диске усиления. Там-то дебафы можно поставить, здесь только одни бафы. Правильно, да. О, господи, криомаг. Говно. Чем бы его за Эмбер, что ли, взять? Эмбер? Какую Эмбер? Ну, блин, ну мне на два отряда. Кого я возьму? Там криомаг, блин, говно. Сянку, сянку, сянку. Так, а второй отряд у кого? Эмбер? Ну, На второй... нет, в первом отряде оставь просто эту. Ну, как ты делал там? Юа. Юля Барбара. Нет, ты в первый раз играл одной Юлей, Ну а да. второй отряд ты составлял Люмен, Чичи Ноэль, и Сянка, Сянка. Чан, вот и Чичи. Так. Да, вот так пробуй. Ну там Криомаг. Какой Криомаг? Никак. Криомаг, он во второй пачке будет. А там Сянка как раз. Защита минус Сянка это 15%, что? сила атаки Сян. 40%. Фиссурон лучше бери. Фиссурон, фиссурон. На 25%? Да. А что сила атаки Юля. тебе не нравится? Юля, полезный фиссурон. Ты чё? Ну окей. Окей, полезно. Полезно, раз полезно. Ага. А это кто? Кто это за говно? Мутки? А, они только в первой пачке. Класс. Ты решил давай поугарать? Нет. Думал, ты правда Так, рукой это. говно, блин. Ненавидишь магов? Конечно, люто просто. Да задолбали они. Ульту на Барбаре. А еще они бесят, когда веселятся. А толку от этой ульты на Барбу? У меня здоровья сразу попы нету. Вот что я тут буду делать с этим говном? Ну как тебе? Купец. Я ничего Не, сделать не могу. надо было на Барбару переключиться, чтобы ты бил. Ой. Отучиться даже. Отучиться, а не отлучиться. Там написано отлучиться. Я по-своему. Ой, блин, Юльку тут не получится. Так, покажи мне все залы. Я тебе сейчас скажу, что надо составить. Так. Гидромаг, криомаг, первая половина, вторая половина, пиромаг. Тогда во вторую половину ставь Барбару. А, в первую... А, блин, как я буду лечить за Юлькой-то? А, можно на Юль поставить? Тенлин в первую тут еще и хилят. Чичи, Чичи. Подожди-ка. Эти испытания. А здесь хиличуровые, стражи руин. Ну вот это ладно. Это легко. А, так это надо будет, блин, защищать. Говно. Это ничего защищать не надо будет. Чё? Ого, криопапоротник, вир орхидея. Вы чё, долбанулись? Крио папоротник. Сянка. Серая Ну, орхидея. короче, первый отряд надо сянку ставить. Первый это сянку и люмин. Или кто у тебя там еще мощный? Да какая люмин? Ну ты ее тоже качаешь.
Псянка. Да, придется первый отряд все-таки Люмин, блин. Люмин, Сянка. Гюлькоус, наверное, на второй отряд отставить. Юминсянка Чичи. Навель. А, я вижу. Ты обожаешь мужиков. Первый уровень Рейзера, четвертый уровень Чиньюни, первый уровень Беннета, первый уровень Тол. Так я же говорю, что мужиков мне не будет. Барбара. Ну, Райнес. Барбар, чё, как тебе Лизу. новый обзор Bad Comedian? Нормально. Мне тоже понравился. Сначала не очень, про индийское кино мне не нравится. А вот дальше круто было. Ну и а гости какие были? Swaves. Урон. Кстати, он первое место на вкладке в тренде. Ну, это всегда у бета так. Ну да. Да переключись ты на сянку, блин. Скинь нечистая. Так, а воду кем долбить? Воду. Крио. Крио на 100. Чича. Блин, опять ты, гад, восстановился. Ну нафиг ты говно. Потому что надо было его сначала добить. Да блин, некогда было. Гобу. Бесит. Да гоба не гобится. Гоба не будет. Просто понятно. Да ты иди со своими пузырями в задницу. Самая проблема — это магия. Всегда они будут не только. Считай, 1 минута осталось. Чтобы на перекрытие заснуть. Одна? 1 минута, да. Ну, почти 1 минута. Чуть больше 1 минута. More speed. Yeah, crush. Freeze to the core. Слушай, как ты будешь Барбару делать? Come on. Барбару. We can do it. Чтобы им щит. Beg for mercy. Там Лиза щитом им долбит. Лиза, кстати. Лиза тоже прокачана. Shutter. Не очень. Не очень прокачана. Но прокачана. Чё, это 3 звезды слова? Ну, естественно. Юлька же! Да, мощная она у тебя, конечно. Не поспоришь. Урон обычных и заряженных атак персонажа. Так, сопротивление физурону. Не надо потребление... Вот, заряженные атаки, наверное. Обычные и заряженные. Пойдёт. Ты заряженными атаками пользуешься? Обычными-то пользуюсь. Я сегодня 9-й этаж весь закрыл. Поздравляю. Спасибо. Тебе надо Хили-чуру, хили-чуру, хили-хили, хили-чуру. А я задолбаюсь. 360 секунд, это сколько? Это, по-моему... 6 минут. А, лисянка. Стал.
Видишь, вот этот кружочек крыла посередине? Да какой он жирный-то, капец. Подкачиваться надо. Вот там, нормально было. Ааа, Чичи, не дай. Не дай умереть, Чичи. Чичи не умрет. Так. 8 минут 47 секунд. Вот так. Да не торопи ты меня, я не могу тут. Так хиличуры сейчас улетят. Тебе еще хиличуры. Это будет проблемно. Это однозначно. Противный, да очень противный. Мне тоже на него на нем горело. Когда я походил. Тут и хиличуры противные. Потом, когда я из люка их утал прокачал, уже прошел. Нормально все стало. Не, придется их качать, наверное. К сожалению. Я не смогу это пройти. Orders given. Orders received. Во второй пасти сможешь. Там уже это. Во второй-то да. Одной пачки мало. Надо что-то целить. Кого ты именно будешь ДД делать во второй пачке? Ну пока если, у меня если нету. Если не получается в первой пачке, то надо менять отряды. То есть ты ставишь вторую пачку в первую пачку. Я с помощью-то такой функции прошел себе 9-й этап. Да проблема-то в том, что Юлька не пойдет в первую пачку, потому что там первый зал. Сам знаешь какой. Там же криво. Во второй пачке будет это. Кира. Блин. Я только одну пачку успею. Больше урона будет носить. Надо главную героиню. Надо главную героиню качать. Осянка это вообще реактор. Она выходит, ставит гобу и идет обратно. Или ультой еще. Да понятное дело, с реакцией. Реактор. Атомный. Ну она пойдет, ладно. Тоже нормально. Страж руин, ты там и там. В этом-то и прикол. Здесь-то ты его легко снесешь. Не скажу, что очень-то легко. Ты не можешь их Юрин. Короче, где-то щиты вот эти. Или побывать. Типа отпады. Crush. Blood of frost. Вот она. Beg for mercy. Да говно этот страж руин. Фиг его завалишь. Раздражает он меня. Больше, чем магия.
Даже больше, чем маги? Нет, маги больше раздражают. Это просто жирный. Он просто жирный. Он не сложный, он жирный. Не, ну папоротников я не одолею. Где деваешься папоротник? У меня нет прокачанных на папоротник. У меня только Юлька. Юльку, потому что одолею. И тупой как. Ну почему? Потому. Я крил папоротник один никогда не валил. Не первый орхидею тоже. Очень плохо. Первую орхидею ты легко снесешь там. Она да. Не такая жирная, как вот этот вот старший руин. Фиссурон, скорость атаки. Фиссурон. Сейчас будет жопа. Нашли, что подставить, блин. Да чё урон не... Но... Знаешь что? Да. Чего? Здесь времени тебе много дается. Так, блин, времени там много дается, а кем я буду его бить-то? Мне некому бить. Я смотрю, как он бездну проходит. Кто это? Опять? Мой, зал 3. Да. Так у него нету нормальных прокачанных персонажей. Только алюмин. Не надо алюмин качать. Хотя бы. Мин, Санка, Ноэль, Чича и... Пока он мне еще качать, у меня нету персонажей каких-то таких, которые бы я хотел качать. Да слово, у тебя вообще мало персонажей, я не понимаю, почему тебе так не везет на персонажей, у тебя вообще их мало. Многим не везет. Я чё, один что ли такой? Смешно, блин. Я же не донатер, ё-моё. Я тоже не донатер. Ну да, боевые пропуски покупаю. А, один купил. Я как в хрониках хаоса золотой билет получил, хоть этому раз. Теперь хоть... Лава, алюмин. Быстрее можно проходить. Лава, алюмин. Какая, ну и... Sacred name, fortune preserver. Я знаю, как пользоваться сянкой, Ярик. Ярик задолбал. Играл. Ярик будет сейчас там возникать. Ярик опять экспертное свое мнение пытается вставить. Да играл я ей. На 35-м разве? Вот неудивительно, что Ярик Антона бесит. Но тут времени нормально дают. Да, я играл на чанке. Я играл на ней, серьезно тебе говорю. Блин, да? Как ты его терпеть можешь? Он тебя замаивает, а ты его... Терпишь. Блин. Что пройти на этой звезде? 180 секунд, это сколько время? 3 минуты. 3 минуты, да? Если сможешь. Ура, я крил папоротник впервые завалил один. Молодец. Наконец-то без нас. Без Антона и без меня. Блин, у меня Юлька довольно слабая.
Барбара Кильфер. Барбара и так хилишь. А где что хилишь, Барбара? Я думаю, ты пройдешь это на 2 звезды. Это будет легко. Но для Юльки это будет легко. Ну все, да. Все, от взрыва сдохло. От взрыва он сдох? Да. Сколько взрыв нанес? Я не знаю. 114 тысяч? Наверное. Нормально. Все, слава, у тебя спиральная бездна открыта. Ах, да мне надо то пройти на 3 звезды. А, ты не успокоишься, пока ты то не пройдешь на 3 звезды? Конечно. Зал 2, мне надо прокачиваться. Ну, поздравляю. Спасибо. Так. Молодец. Сейчас, погоди. Пиро, говно, страж руин. Блин, страж что руин. Что у меня все легко? У меня 10-й этаж сейчас. Страж руин. Так, мне надо думать, кого на страж. А что ты говоришь, что легко? Я даже на него еще не шел. Блин, этот. Да? 10-й этаж зал 3? Легкий? Да, Джалер. Привет, Антон. Да. Там шлепок с мясом достает. Клёпа. О, я, наверное, прокачаю люминку. Люмин? Ну, прокачай. Ну да. А ты же можешь перевести в алхимии слабо, в синие маски. Или что? А мне надо для нее вот этот эликсир заоблачного моря. Ну-ка, и может я его сделаю. Я, короче, не могу Страж Руин пройти, Антон. У него спиральная бездна открылась. Чё у тебя там? Всё нормально с тобой? Выспался? Я выспал. Сегодня язва немного проходит. Блин, язва? Капец. Завтра, может быть, пойдет одна из трех или два из трех. А где золотые шарики? Слава, вон, зловещая маска, создай ее, переведи. Господи, что белых... это такое было? Дыхание монстра. Слава, а Кена была или не было? Не было. А то я что-то заходил, по-моему, Кены не было. Не было сегодня Кены. А, ты мало можешь создать масков? Да, масков. Масков. Илон Масков. Перед Маск. Так, что же мне сделать-то? Сянку ещё. Да, сянку-то мне качать, надо... качать запарюсь. Люмин качать. Или Нингуан качай. Тоже советую. Люмин не качай, я тебе не советую. Нет, пускай лучше Нингуан тогда качай. Люмин я могу прокачать, мне только маски надо собрать. Не качай Люмин. Нингуан не качать? Нингуан качай, говорю. И Нингуан тоже не качай. А кого качать-то? Покажи своих персов, я тебе сейчас скажу. Да лучше Люмин качать. Подожди 3 дня, там 3 дня осталось, подожди. Мы тебе дадут зачем. Чё 3 дня? Вень Фэй лучше качать. 3 дня до персонажа осталось. Слава, когда будут давать персонажа, возьми Вень Фэй. Окей. Стой, Вась, давай не будем играть. Сам решит, кого взять. Ну, так, в принципе. Ну, я не Фэй. Давай не будем это советовать, кого брать. Я просто советую. Да ж. Ну, смотри. Яра Такита выпал? Ну, поздравляем Ярика с Ратаки Ита. Поздравляю, Ярик.
Поздравляю, ой. А, у него там еще 6 круток. Он круто сидит. Так хотел сказать, уёбок. Простите. Так нельзя говорить на стриме. Да. Ты теперь бездну нормально пройдешь. Блин, Антон, как... Антон, как вот с бездной? Проблемы вот с бездной, реально, вот это вот. Твоя бездна. Как вот этих страфруин завалить побыстрее? Ну ладно, Юлькой можно. Но это только в одном месте Юлька. А второе? Как второе как завалить? Покажи Гита, Ярик. Огонь, молния. 4 дня, не 3 до персонажа. Так. Про тех работы еще? Тех работы еще будут. Когда? Так, можно крутануть два раза. Собирайте. Два раза Ита. Ита крутанем. Нет, новость от артефактов собирали. 5 синее говно. Че, Слава, тоже покрутил Ита? Еще раз. Говно. Я не буду крутить. Я могу крутануть, но я тоже не хочу крутить. Мне дали. Мне лоб. Ярик, ты 4 раза выиграл 50-50. О, господи. Я, наверное, буду выбивать. Я качу, конечно, Юльку качать, но, блин, не получится, блин, Юльку качать. Кого-нибудь другого. Мне надо... Ну, кого мне качать-то? Коршун ей качать. Сянлин. Оразу убери. Блин, надо... Надо, короче... Что-то делать. Может, еще на лук. У меня 3 смолы сейчас есть. Так. И фон какой-нибудь подходящий. О, я могу. У меня сейчас есть это, меч сокола и небесное крыло. Меч сокола и небесное крыло? Это твои два оружия? Да. Я буду его дать. А у меня только дни. Через 4 дня у меня будет Шанхай, я уже ресурсы все на нее собрал, кроме ресурсов с босса, который появится через 4 дня. Окей. Будет дата докачать. Без напряжения. Но мне надо люмин качать. Мне надо хили чурву. А для меча мне надо вот это говно. А мне. Я не могу его. Я хочу покрутить, но я боюсь, что мне золотая может выпасть. Насчет артефактов. Анемоурон тут есть. Маячком. Брудную тень качать. Как же трудно копить крутки. Так хочется покрутить порой. Ужас, буря. А может. Вот уже, я того же может самого. Может прокачать вот этот ужас бури, вздох Двалина. А вдох Двалина я же могу сделать. У меня же есть Двалина какая-то штука, я могу ее преобразовать. Для люмин талант прокачать. Не качай люмин, бесполезно. Да я не знаю, что мне делать. Может, реально? А кого качать-то? Качай, у тебя так много персонажей, любого качай. Да нет у меня персонажей. А Сянлин это не персонаж, а Аразалия. А Сянлин, с чем Сянлин? Аразалия. Так я Сянлин не смогу качать, у нее вообще все плохо. Че? Пир орхидеи надо, кучу. Да. У меня смолы нет. Ты вот качаешь, как тебе проще. Вот и качай. Пошли. Вот останки богов давай, а подземелье воскресенье только.
Розария хороший перс, Нингуан отличный перс. Да. Да. Ну что-то Нингуан никто не рекомендует. Я рекомендую Нингуан. Я рекомендую Нингуан. Ты только что сказал, что Нингуан не надо. Ну окей, да. Давайте Нингуан. Не особо хочу ее качать. Фарми на нее архаичный камень. Архаичный камень и... Какая там на нее книга подходит? Песня Странника, наверное. Я про Нингуан. Геогипостазис надо. Лазурная лилия, лилия какая-то. Оружие. Оружие какое ей лучше? Песнь Странника у тебя есть? Оружие? Песнь Странника? У меня есть этот. У меня у этой стоит. Это, проще говоря, называется казик. У меня есть козик в фавоне. Песнь... Да, блин, какой козик? Песнь Странника у меня казик. У меня на этой... На Барбаре. Короче, Нингуан и... И песня Странника есть. Да чё с тобой, Антон? Церемония мемуар. Так, а Барбаре чё поставить покажи тогда? Покажи это, Ярик. А Барбаре тогда чё поставить? На Лизе стоит. У Барбары нет прокачанной книжки никакой. Почему-то Барбару сейчас скачаю. А без Барбары чё я буду делать? Мне Барбара нужна. У тебя чича есть. Чем тебе не нужно? Чича есть, да. Чичу я могу прокачать. Прокачайся. Крио-папоротники надо. Кусок нефрита Шивада. Попробую сделать. А, я не смогу сделать нефрит Шивада. Ярик, остановись, хватит выбивать легендарки. Я не смогу. Барбаре отдай эпос и драконобордс. Она будет бафать персов после переключения. Чё там Барбаре отдать? Какой эпос ещё? Эпос о драконоборцах, синяя книга. У меня он есть. Две тысячи урон. Максимально 2000 урон. У тебя? Да. А, у вот Денджи. Этот трёхзвёздный, который? А, трёхзвёздный, эпос драконоборца. Я могу пробудить его. Лучше ещё 5-го пробуждения. Эпос драконоборца. Но я пробудить могу только до 3-го. Ну, окей, тоже пойдёт. Его качать надо. Чё, на первый уровень что ли оставлять? Умер. Пробуди его DR5 и качни. Только DR3 могу. Альбеда? Чё Альбеда? Не качай люмин. Блин, не качать люмин. Ну чича мне зачем? Она мне. Мне надо, чтобы, блин, завалили стражу руин. А она стражу руин что, завалит, что ли? Ой, господи, слава, тогда фарми на Барбару миллилит. Миллилит на фумбар. У меня есть миллилит вообще-то. Мне его полно. На Барбаре стоит? Нет, на Барбаре стоит не миллилит, а юная дева. Юная дева? Да. О, господи. Я качаю этого. Главное, где я имя, где я хочу. Миллилит, вот он. Тебе долго объяснить.
Вот да, миллилит, да. Вот миллилит. Дай ему тупо объяснять, бесполезно. Бесполезно объяснять? Зачем ему нельзя качать? Да, очень бесполезно. Да, Антон, ты достал. Да. Ты объясни, кого качать. Тебе сказал, кого качать. Ингуан. Ингуан, да, да, часы есть. Да. Так, какие артефакты поставить на Ингуан? Не обязательно алюминами накачать. А на Ингуан кого поставить? Какой артефакт? Ингуан, там есть артефакт. Я по твоему рангу я качал бы себе Ингуан. С твоими-то персами. Окей. А у тебя их мало. Очень. Кого ей надо? Какой этот? Ингуан. Я откуда знаю, какой ей надо этот? Даже речь не про Лиги идет. Артефакт. А артефакт какой ей надо? Архаичный камень? Да, но... Да. Вон сила атаки. Фаги вообще не везет на этих персонажей. Тут не очень хороший архаичный камень. Идти выбивать архаичный камень надо, наверное. Ну тут 3-4-7 сила атаки. До 12 этажа точно нет. Но она у Ноэль стоит. У Ноэль стоит часы. А, ну вот эту поставить тогда. Крит урон тут есть. Тут защита. Защита, крит урон. Восстановление энергии. Ван вообще ничего не стоит. То есть архаичный камень надо убивать, да? Да, архаичный камень убивает. И качай Нингуан. Геогипостазис надо. А это что такое? Терраса Юйцзин. А, лазурная лилия. Барбари в КП везде повышает статах. Да мне хватает лечения. Мне нужно не лечение, мне нужно что-то такое, что другое. Опа. Что недавно начал? Я чуть не понял. Че вы там, что-то там Ярик объясняет. За дичь. О. Недавно начал стрим. Таланты прокачаю. А, ну окей, недавно. Таланты прокачаю. Недавно. Прокачаю таланты ей. Архаичный камень. Где его? Где его добывать? Я забыл. На карте посмотрю. Каменный лес Гуюнь, вот он там является. А, каменный лес Гуюнь, точно. Точно, Гуюнь. Там, где Геоги поставит. Да я в курсе уже. Не знаю. Ну, пойдемте сходим, выбьем что-нибудь. Какой-нибудь артефакт. Пойдем. Мы пойдем с конем. Ну, Ковач, иди сходи с ним. А ты не пойдешь, что ли? Ты вообще какой-то как-то что-то сегодня. Вы не выспался, что ли? Я тоже не выспался. У меня выходной. Ты не забыл? Сегодня должна быть пена вообще. Да. Сейчас, Слава, я занят еще. Кот, а кот где? Вот, где наш кот? Где наш киса? Где киса наш? Где наш киса? Можно Саю качать. Ну, Саю, наверное. Нет, Саю не надо качать. Долго и мучительно. Можно, но ты задолбаешь чеками. Это я буду. Будет долго. Кэйю? Да нафиг нужен этот Кэйя? Вы что, издеваетесь? Я, наверное, Венти пока убил, потому что он
не прокачанный у меня есть. Я забыл. Ты же не играешь он за мужиков. Да и дело не в этом. Дело в том, что он и как мужик бесполезен. Нет, он не бесполезен просто. Его надо качать. Кай, я не бесполезный. Полезный. Играл. Нафиг эту Кэю. Короче, тебе левого, я беру правого. Правый денег сейчас опустили. Чего бей влево, бей вправо, я не понял, что ты сказал. Ты влево, я беру право. Shutter. Steadiest. Тебе левого, я правого. Crush. То вообще-то надо вот этого бить. Beg for mercy. Crush. Да, урон по нему, конечно, физически фиговый. Ингуан, она стихии земли хорошо, да, будет бить. Good grief. More speed. На Юльку сено я сейчас не накоплю. Тем более, надо аждаху. Аджаху. Не, ну орхидею со взрыва, конечно, завалил. Это круто. Бам-бам-бам-бам. Я ни разу не убивал пир орхидею один и крю папоротник. О, говно. А вот это говно, самое натуральное говно. Я ненавижу это говно. Просто лютой, лютой ненавистью ненавижу. Crush. Долбаные криомаги. Основной стат, если ты хочешь, More speed. Главное, что у меня ДД персонаж есть. Но теперь мне нужен еще какой-нибудь персонаж. А мне нужен основной стат еще. Быстро это его. Нинки в курице вот сделать прототип Яндари, он ей хорошо подходит. А можно вообще-то? Реально. Используй густую смолу. Когда стоит, которая... Силатаки... У меня есть чертеж на книжку. Ай, выпало... Да. Это, выпало говно. А, нет, архаичный камень выпал. Восстановление энергии, правда. И выпала встречная комета. Бей тебе, не так. Лечу тебе, словно комета. И даже пандулом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. И все это с автотюном надо петь. С выкрученным. Мало того, что он азербайджанец, да еще и с автотюном. У него и так акцент безумный. У Нинки, смотри, что вы в кубке, вы бонус гео урон. А у меня же есть где-то бонус гео урона в каком-то кубке. У Наэль стоит. У Наэль? Нет, там это стоит. Там это было. Для Юльки кубок. Там был геоурон, по-моему. Нет, бонус геоурон не знает. Можно, кстати, убрать. Наэль все равно не атакующая единица. Она больше защитной. И...
Они гуан атакующие, да? Да. Ну вот. Ты не разговаривай, тебе надо биться. Тут. Одно говно. Встречная комета. Сейчас опять запою эту фигню. 27 тысяч опыта заполнено. Найс. Пач. Да. Ну как у тебя дела? У меня хорошо дела. 1 января. Потом ей можно 2 архаичных камня и 2 церемонии древней знати. А у меня они есть в церемонии древней знати. Так, надо потратить свой ульту на это говно. Куда ты? Куда ушел, блин, говно? Нифига не отняло. Так говно в воздухе летает. Тут козами надо играть. Ярик, он собирает защиту из защиты. Вот проблема в беднице, надо собирать хорошие пачки. Две пачки. В хрониках хаоса на 3 пачки собирать, блин. А на босса еженедельного надо собирать 5 пачек. Это капец, надо всех качать там. Ня-ня-ня, блин. Это тебе ня-ня, я такое покажу, сыновня. Плакать будешь. Я тебя отомщу, долбанный маг. Жаль, нет таланта на повышение скорости атаки. Steady as stone. Time to clean up. Beg for mercy. Да блин, я не успел его убить. Вроде я сильный, но все равно не успеваю их убивать. Это 90 уровень, что вы хотите? Да ты говно, а. Говно магическое. Ладно, сейчас я тебе... Сейчас тебя со взрыва убью. Прекрасно.
Тогда в копе у мобов в хп намного больше. А. Ну да, 8 перцев. С помощью гео-атака просто так их надо заполнять, если что. Чтоб они не дать им шанс. Страж руин. Хорошо валит с магией, да? Угу. Архаичный камень. О, бонус пир. Бонус пира урона. Бонус пира урона ставь на сянку. Слава. Я бы тебе, знаешь, что советовал на сянку ставить? Рассеченную судьбу. Она не на сянку, она на... Эльфей. У меня коршун на сянке. Зачем мне? Ваши черные судьбы. Кто-то вошел, по-моему. Кисуля зашел. Да, кисуля зашел, я могу выйти. В смысле выйти? Ура! Оставляю все на тебя, кисулька. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you. Да, вы достали. Ну, блин, вы вот ходите. Так, на сянку что там надо было? Порви их всех, кисуля. Вот есть фляжка странника, бонус гео урона. И никем не занята. Может ее поставить? И 46,6%. Поставлю ее, наверное, для Нингуан пока. Странствующий ансамбль, правда. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Сила атаки вот. Стойкость миллилита 46,6%. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Так, надо гео-урон, да? Первый раз победил этого нового босса. О, боже. Первый раз победил этого нового босса. Волка. I was forced to learn all of them by heart. Он уже не новый. Even I don't take them that seriously. Ну ладно, старого босса. Я его два раза бил. Чё, кубок поставить на гео-урон? Нингуан, да, поставь. Странствующий ансамбль. Странствующий ансамбль, не трогать. Почему? Он на гонью подходит. Так он на гео-урон. Какой гонь, какая гонью гео-урон? Кубок, да, на гео-урон. Да, на гонью тоже стоит бонус гео-урон. Но гонью имел смысл сделать с всем суперфлюс деталь. Вот и думай. Ты думай головой. Смотри. Так. На эль стоит бонус гео-урона. У тебя есть выбор, либо ты поставляешь этот ансамбль и даешь Наэль бонус геоурона и даешь ей бонус геоурона другой. Либо просто ставишь этот бонус геоурона. Я могу золотые часы поставить силой атаки. 46,6%. Стойкость миллилитра. А что за часы? You want to learn some Favonia's blade work? Миллилитр на Нингуан не подходит. Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my aristocratic words. Etiquette is all зато just сила будет. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart. Кубок оставляй, оставил кубок. Надевай. Не умру. Надевай, прикол. Давай. Так, кубок на сянку сказали поставить. 142, 243. Ну вот я могу убрать тогда у Нуэль бонус геоурона. Это чё, опять Расенган? Ага. Чё, поставить Нингуан бонус геоурона? Да, Нингуан поставить бонус геоурона.
Вместо Нуэль. О, кстати, нормально Моров подформилась. Уже 700 тысяч. Вместо Нуэль давить? Ставить? Да. Да. Ну, блин, что за... Вот сила атаки ещё есть. Архаичный камень тоже. Поставить, убрать у Нуэль. Ну, правда, тут 7%. Ну ладно, заберу у Нуэль пока. Пока что ешь. Мало. Хочу больше. Больше. Антон, что с тобой сегодня? Антон? Да. Тебе нравится Винти? Да. Да. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. Ешко? Да. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Ну, у Дауна вроде кино снимают. Видят там какой-то Сенган. Слушай, она тебе поможет в песне, кстати. Да, да. Я поэтому его качаю, за Сенган. Ты не знаешь, а вот... Вот, ты не знаешь, а вот с этим... Лучником, чё лучше? Физический урон или сила атаки? Я думаю, сила атаки, да? Сила атаки. Так, кубок на сянку вы сказали делать на первый урон. На первый урон. А, ну да, ну. Какой ещё? Кубок на сянке на первый урон. А у неё чё стоит? О, Ярик, 50 уровень аэротаки-то. А у нее стоит на силу атаки. Вы на первый урон сказали делать. Десятки. Нормально. Кубок. Качай вон. Белую вот, тень теперь, Ярик. На пира. И на электро есть. У меня, кстати, на электро тоже есть. Это Лизе отдать. Отдам кубок Лизе. Ярик, можно я у тебя дуванчики соберу? А у нее на силу атаки надо электроурон. Сила атаки Лизе вообще не нужна, да? Ладно, сейчас. Да. Какой... да. Блин, погодите-ка. Уровень мира у тебя какой в мире? Я поставил на Лизу... На Лизу электричество поставил. Электроурон. Ой, имею, у тебя какой-то. Ладно, пойду, у тебя потырю руду. А руду на кого ты хочешь тратить? Ой, пойду еще седьмой сделаю. Седьмой у меня уровень мира, Антон. Вот так, сейчас плохо делаю. Я апаю этот, 55-й. 27 тысяч опыта уже заполнено. Достижение. Пройдите этаж 8-й битой бездны. О. Да слушаю я тебя, Ярик. Ярик, блин, задолбал тоже, наверное. Попробуй сейчас ко мне дойти. Двадцать семь. Не трать смола, пойти на геогипостазис. Лучше на геогипостазис пойти. Сейчас, подожди, а чё, я смогу тебе зайти теперь, Антон? Попробуй. Смотри, если ты понизил до седьмого, то смогу. Я понизил. У меня песнь странника может это? Я могу сделать пробуждение песни странника. Отлично. Я же говорю, он сам справляется, потому что ему никто не хочет помогать. Блин, а у него... Я не обновился, у тебя все еще 8 уровень мира у меня. А, вот. Смотри. Проходи. Иди бегай, собирай, что хочешь. Окей. Давай. Собирай, что хочешь. Бери, что хочешь, да? Чё,
вообще здесь происходит? Что за заруба? Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. О, все, пошел урон Винси. О, ни хрена себе, там 14к было. Нормас. Ка это поставлю. А? Собирай его, Ка. Давай, я Сунган. Пипец, это Сунган имба. Имба. А, он сжёгся. Ты можешь убирать пот. Это море? Пошлите на это море, да, это море. Пошлите на... Он исчез? Геогипостазис. Можешь собирать. Что, иди собирай, что хочешь. А геогипостазис-то где, я забыл? Не знаю. А, вон где. Слава, ты опять забыл, где геогипостазис? Я вспомнил. Я тебе уже говорил, каменный лес, уюнь. Позови как надо куда-то, я на геогипостазис пошел. Лес Гуюнь. Иммунитет. Так. Закатники. More speed. Так, надо вань. Ворот монстра ты собирал? Нет. Собирай какой. Beg for mercy. Shudder. Курица соберу. На синчу. На синчу. Иди домой. О, сундук. Да, Слава, я не такой, как ты. Я буду играть на персонажа. Ну, господи, можешь ко мне подойти? What do we have here? Нафиг. Нафиг мужских персонажей. Нафиг мужских персонажей. Нет, мы не дальше идем. Мы идем за адвань. Да, это нормально. Вон, видишь, вдалеке одуванчик, вон там. Вон там, вдалеке, вдалеке. Вдалеке одуванчик, вон. Я даже покажу тебе, вон там. А, да, я вижу. Морспи. Там, да там не то я одуванчик, а там место. Так. Подбирай, это? Раз. Don't waste my time. Чит это или что? О, уже палят его. Я поймал. Тихишкой промахнулся. Да. Beg for mercy. Вот. Вот, да. Два еще тут. It's not. Да. Так, ты какой будешь брать? А ты сам я? А мы там делал? Beg for mercy. Вот, вот еще два. Да. Это что было? О, кстати. Да. Shut up, more speed. Ну да. Сломай сам. Я понял. Вот так, там вот. Спасибо, сундук, это было. Он сейчас появится, когда мы... Ура! Выбил, что надо. Че, Слава, сходил все-таки в данжи? Теперь надо. Теперь надо лагвазурную лилию собрать, я могу прокачать ее. Спасибо за сундук. Это еще было. Вот еще. Привет, Иен. Потому что короткий, я еще спать хочу. Так сложно попасть. You want to learn some Favonia's blade work? Вот еще два. All right then. Конечно, сложно, я помню. Oh yes.
Вчера был 11 часов стрим, 12 почти. Блин, а! Так, а где для этой, для Нингуан-то братья? Где для Нингуан братья эти? Лилии всякие. Какие крылья? Да какие крылья? Я лилии, я сказал, где брать лилии? Вазурная лилия. О, иди в этот. Меня в деревне, короче. Да, в деревне, ничего там. По-моему, всё, Вась. Львиный зев. А ворот Мунштеда ты забирал? Нет, еще раз говорю, ты что повторяешься? Я тебе уже два раза сказал. Я не услышал. Я специально вот для тебя понизил. Опять кабан. Для тебя понизил. Ура. Спасибо. Все, я ее прокачиваю. Возвысил ее немного. Ты мне помог, Свенчи, так что я... О, я крутить могу. Крутка. Только нет, это нельзя. Только стандартную можем. Не выпал никто. Как обычно. Изумрудный шар. Слава, блин. Вообще ничего не выбиваешь. О, скидки на эти появились. Надо покупать. А что ты не купишь-то за звездную пыль? Так вот только... Посмотрел. И ты сразу, а чё ты не купишь за звездную пыль? Я только сейчас им посмотрел. Все купил. Давай Ита крутить. Давай, блин, фигня. Опять лук. Ты мне этот лук, наверное, CR5 навернул. Ахангам. Так, холодное лезвие. О, выпало что-то. О, Барбара. Еще одна Барбара. Я думал, золотое выпало. Ура, еще одна Барбара. Чересчур мало. Тлиская тень. Так, ну и чё, будем крутить вот это. Кэцин, может, выбьем. Мону кэцин. Пошли еще дальше. О, чё-то выпало. Какой дальше? О, церемониальный меч выпал. Мне надо его чичи это вознести или как там? Да. О, еще выпало. Давай я возьму тут начнем поехать. О, Саю выпало. Саю? Да. Это так прикольно, замечательно. Дубина переговоров. У меня Саю цепь. На сайте, по-моему. Предвестник зари. Сначала на фильм, да. Да, изумительно. Я ещё холодное лезвие. Ну так... А ну-ка, у меня хватает там на еще одну крутку. Зато всего атаки написано 1860. А, я могу еще две купить. Еще две купить могу. Я куплю, наверное, свиток. Ты еще две купишь? Наверное, да. У меня 10. Я куплю две, которые на Ита. Лечи меня ему тогда. Ему выпал лук. Тогда лечи меня. О, выпало. О, Бейдоу. О, наконец-то. Замени ее хоть на кого-нибудь. Бейдоу можно тоже сделать, ты. Стоп, а ты где? А, вот. Где сейчас? Талическая тень. Давай.
Так, Барбара созвездие. Первое созвездие, Баллада счастья. Барбара как в 10 секунд восстанавливает одну единицу энергии. Так, Саю. Дзюцу многозадачности. Призванный навыком искусства Юху в сумасшествии Мудзина. Мудзи Дарума будет игнорировать ограничения ХП и может одновременно атаковать окружающих врагов и лечить персонажей. Так она лечит? Да. Саю. Да. Саю вообще-то да, лечит. Долго 50. Так, Бейдоу наконец-то выпало. Че, ты Бейдоу что ли хотел? Да нет, не особо. Ну хотя бы она выпала. Она мне выпала на американском давным-давно. Забудь про меня. Там где Мона? Да, там и Мона, да. Осталось. Да, гони. Не, да Нингуан качать. Нингуан качать. Книжки. Меня убили. Я где-то 60 круток накоплю на эту гонью. Я? Ну, в принципе, уверен. Even if an antique is priceless, the happiness it brings lasts for only the moment that you obtain it. Урон 1000. Так, я могу пробудить церемониальный... А, драконий рык у нее. А у кого церемониальный меч стоит? Эссенган. Всё. Не дошло. Ты долго проходили? Не, у меня церемониального меча нету. А, церемониальный меч мне сказали поставить на чичи. Цветок. Мастерство стихии, шанс попадания. О, круто. А, нет, вот он, церемониальный меч у меня есть. Нормальный цветок. Да. Ставить. Нет, раз, сейчас, на тичи ставить драконий рык. Я хочу поставить цветок. Джин. Так ты мог в этом поставить, не выходя. Мне сказали что-то сделать, Нингуан. Санька сказал что-то для Нингуан сделать. Я тебя сейчас подожду. Да вы достали. Что там для Нингуан надо сделать, Санька сказал, я не помню уже. Так, цветок. Он хер новенький, блядь. Так, ключ надо взять. А, не ключ сейчас не взять. Ой, нифига себе, у меня этих синих артефактов. И фиолетовый. Так, что тут можно попадание сделать? Попадание защита? Прототип злоба, стальное жало, прототип полумесяц, составной лук, прототип янтарь. По-моему, прототип янтарь сказали мне сделать. Морской атлас. Шанс какие-то попадания поднялся. Ну хотя бы что-то радует. 5 искателей адептов, тепловой бутыль. Еще так, раз. Так, что мне там надо сделать, Санька говорил? Прототип янтарь для Нингуан? Какой прототип янтарь? Песень старенькая, ей дай, она нормально будет на нее. Но он сказал вроде прототип янтарь. Ну ладно. Нифига тут руды полно. Прикалываешься надо мной. И цель теперь решил взять, да, Антон? Ну, песня странника у нее стоит сейчас. Ну вот пользуйся песней странника. Артефакты собирай, таланты качай. Ага, артефакты, ничего нельзя. Ничего нету, ни смолы, ничего. Да ты издеваешься, слава. Погнали. Допускаю. Нет, я могу слабую смолу потратить, мне 6 штук осталось. Давай, Ресенган. Тратить мне слабую смолу, чтобы убивать что-то.
Бабу смогу тратить, чтобы что-то выбивать? А, таланты блин, прокачаю. У меня из-за твоего винти 0 FPS на телефоне, блин. Таланты и прокачаю. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. Бля, телефон, да? Ничего, нет, у меня 0 FPS есть. Nothing good! На, еще вот, блин. И свиньте тащи раскрытки. Даю, Ахунган. Блин, теперь на урон на Нингуан качать, капец, блин. Вот отходи, 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 на бомбу. Адвайнчики. Ай, больно, 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 ай, ай, больно. More speed. Надо ее пробить. Надо пробить, ай, согласен. Есть пробитие. Есть пробитие. Wingblade. Мы уже все в одних мыслях, одни и те же мысли. Йо, сколько минут? Произносим про пробитие. Одна минута 59 секунд. Да почти. А Ингуан на чё, фиолетовый перс? Потому что он венти взял. Извини-ка, у меня венти не прокачан. Ещё будем. Мулак, часы. Чего так? Центр основной стоит. Это вчера, да, или что? Всё. А, ну ладно. Идем. Иди ищи пока. А я агрессивно жду. Покачать Нингуан артефакты какие-нибудь. Это не надо качать. У вас бонус геоурона. Так Ярик, я тебе уже сказал. Он не будет играть мужскими персонажами. Нет, не буду. Пускай Ярик идет. Я его хоть бей, хоть пинай. Куда хочешь. Хоть куда хочу на него, все равно не возьму. Ты скоро увидите дадут на Нингуан новое платьишко. Да я в курсе. За донат. А, Антон. А, да, чё, я тут чё. I was forced to learn all the rules by heart. But even I don't take that seriously. Мне дать шанс этим читцам или не надо? Каким чексом? Да ладно. Ты... Да так. Каким чексом шанс ты дашь? Я не знаю. Скорее всего, там будет защита и хп. Нет, надо это платить цин за нитки бесплатно. Серьезно? Но ты там решай, дашь ты его или нет. Понятно, на кицин, так как на кицин платье хорошо смотрится. Я бы не давал, если честно. Ну опять даст вот эту вот защиту. Да, 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 как мне почему везет на эту защиту. Тупорылый. А все деньги солью. Терпеть не могу. Ну ладно. Потом на Юльку соберу. Артефакты, давай. Тут у нас гео урона будет. Сахарозе только ему. И больше ничего. Защита. Идеальный артефакт. Ян, ты прикалываешься? Как я нам покорный? Не знаю, как он прикалывает. Тебе тоже надо куда-нибудь сходить? Мне нужна Нингуан, чтобы бездну проходить. Нет, я смотрю, как тебе адвайнчики. Ну, ворот, может, тогда я точно уже собрал.
Ну да, они не только у ворот часа. Диана, только да. Если проки, часы о! Качай. Антон, у меня 72 одуванчика. Что о! Это такое? А часы не на столько качать. Да хватит или еще надо? Да все уже, не знаю. Да, да. Может кто-нибудь, а может не знаю. Куда ли? Эй. Че так пусто стало? Это кто ушел? А, кстати. Этот. Шлепок ушел. Да, наконец. Ура! Если Иван пришел, ура, то у шлепок ушел, ура. Расенган. Чем Нинки мастерство? Кто Нингуан посвящает мастерство стихий? Я не мастерство стихий качал. Я качал этот бонус геоурона. Нет, надо его этот Асанган не зашел. Если честно, тут только новые искать, эти не спасти. Блин, Иен, у тебя что-то вот. Тупые, а? Не зашел Венти? Я говорю, мне прям зашел Венти. Помощь странная у тебя. А, зашел? Угу. Ты же видел, ты жалеешь, что... А это Стёп. Ты не жалеешь, что ты его выбил? Не жалею. Я на него я оружие выбил. Мне надо Ингуин чисто на бездну. А если бы тебе выпал меч, то ты бы на Делюка его поставил? Да, конечно. Ну, так. И мои не уходят Делюка. Так стоп, ты же и так играешь за Делюка. Естественно. Ты же еще играешь за Делюка, правильно понимаю? Конечно. И с Розалию тоже. Так я соединяю Делюка и... Вот. Пойдемте Лили искать. Блин, ну круто с этим луком смотрится. Угу. Это его разные руки. Одно. Где лилии? Ну. Надо. Круто. Так, тут нет сундуков. Нет, он, сундуки не все найти. Сундуки все найти до лилии. Ну, не знаю. Можно выбить коню. Но я что-то лучше как-нибудь. А я буду выпить коню. Ну я выбью коню, так-так. Я буду. Я тоже постараюсь ее выбить. Но мне Ярик в то, что... Ну, не, урон слабый. Слабый урон. Слабый урон, конечно. Опять-таки мне придется катать клиентки и коню. Не, вот у меня что, если что-то и надо. Нет, лишь лучше. Так что она должна быть дома. А что ей надо? Плохо 102 отряда сам надо качать для обеда. Попрыгунья. Крилопапорихник. Попрыгунья стрекоза. Нингуан еще слабая. 58 уровень только. Когда ширму ставишь, проходи сквозь нее ширму бафы силы атаки. Серьезно? Я и знать не знал. Мне никто про это не говорил, что она силу атаки бафает. А, я мог еще талант прокачать, а я и не знал. Антон, хочешь приехать? Блин, надо качать таланты ей. Чего? Хочешь пара полезную фишку джин расскажу? Давай. О, кабан. Иди сюда. Только врагам. Кабан боднул Нингуан на 1000.
Вот ты умный, конечно, здесь же врагов ты найдешь. Я их убил, их только что за сынка нам завалил. Опять так гений, гениальный человек. Вот, мне кажется, Лили, я замаюсь искать. Мне кажется, я замаюсь искать врага себе на душу. Сенга. Когда они нужны, их нету, а когда... Вот, иди. Смотри, я покажу. Давай, покажи. А, вот она где растет. Короче, нужно, чтобы он вверх подлетел сначала. Угу. Блин, лети вверх. Ладно, давай, помогу. У них щиты. Вот вверх он поднял, все дальше. Короче, вот так вот их об землю надо сейчас. А, да, попробуем. Блин. Блин, а. Только это надо прямо об землю делать. Это не получилось. Вниз, вниз. Там по таймингам надо делать. Угу. А давай на цыганом. Сейчас. Вот. Мне надо квесты поделать. Так что Кисоля, наверное, лучше уйдет. Кисоля пошел вон, да? Санга. Кисоля, мне надо квесты поделать. Да, вообще. Вот, спасибо. Вы мне деньги нужны. Венти топовый, да, конечно. Санган. Кстати, на Джин еще подходит драгоценный омут. Зеленый такой весь. Не знаю, не видел. На нее он подходит. Блин, меня сейчас смущает, что она бегает и не смеет. Вот задание. Так, вот задание, буду выполнять. Во, видел, они получили урон от падения. Управляющий Куэ-Куань. Ты их еще плюс Ешкой оттолкнул. Да я все буду потырил, все хорошо. Руду потырил. Давай. Ты для Юльки что ли тыришь? Для меча? Когда мы сможем вернуться к работе? Все в порядке? Каждый день, когда раздом закрыт, означает день без работы в Куэльсе, Черногория. Департамент по делам... Да молчи. Департамент по делам Гарант говорит, что они чего-то там откопали, а раздом тут уже закрыли. Заработок сотен людей зависит от кузницы. Что им делать теперь? Когда она закрыта? Завтра точно Кену запущу. Не, человек, да. Я маленький, и никто меня Волка. Слушать не станет. Но я вот не верю, что они там что-то нашли. Я бы сходил и проверил все сам, но я не могу оставить дочку без присмотра, а взять ее с собой тоже нельзя. Путешественница, если ты не занята, прошу, осмотри разлом. Я бы тогда подал прошение в департамент по делам граждан о возобновлении работ в кузнице. Хорошо. А тебя я буду ждать тебя здесь. Я буду. Блин, опять все деньги. Все, что копил на Юльку, все на Нингуан отдал. Так у нас же снова не ходит. Все копления на Юльку. Я купил того, что. Все копления на Юльку, блин. Отдал в Нингуан. Так, я иду на волк. Нингуан оказывал... Слышишь слово? Ты Юлькой волка не завалишь, так что пощай Нингуан. Ну так ладно. Так он и Нингуан волка не завалит, так что... А кем я волка завалю? Поэтому я ему сказал, покупай этого. Или этого. Яньфэй. Так и он хотя бы урон. Ну да, Яньфэй хороший вариант. Если он возьмет Яньфэй, она у него будет как ДД и будет много урона давать. Да, Яньфэй, если он ее прокачает нормально. Да, он прокачает, да не тяжело ее там качать. Не будет урок ставить. Но сейчас будет сложнее качать. Хутао волкой валить удобно, ага. Да блин, а при чем тут Хутао? Ее реран еще не скоро. Но это же Санька. Но это же Ян. Сянкой можно завалить, и Ян говорит.
Как ты сянкой завалишь? Ты издеваешься? Можно, я валю. Можно. Но у меня сянка слабая. Мне хватало уже удобно. Сянку прокачивать замаешься. Так, я готов. Начинаю. Все, да. Огнем вихрем. More speed. Волка надо завалить, а у меня возможности даже его завалить нет. И как? Ой! Даю леку. Оп, сюда. Не дашь. Так понятно, что Хутао может одним пуком сдуть волка. Да и... Одним пуком? Угу. Не похоже было. Это сказал Йен. Переоценивать персонажа? Ну, не знаю. Я чуть не сдох. Да. Так, Барбару надо, Барбару. Тебе же надо не Погоди, Ну я хотя бы сегодня впервые завалил Перхидею и Кирилл Папоротника. Я в это не верю, Слава. Ты на 52-м ранге. Я упаду. Йоу. Награда твоя. Я еще не на 52-м. О, 51-й. То, что нужно на... Гони. Нужно на... На. Вот так я могу теперь еще одну бутылку сделать. Серьезно? Да, уже 41. А что это даже? Не зря ты мой дом потратил. Не, насчет сянки. Но сянку мне тяжело будет качать, потому что там ей... Сянки надо вон сколько пирохидей. 40? Одна. 8 штук надо. 8 пирохидей. Сянки надо 8 пирохидей. Нет, сколько стоит малада, помоги мне тебе купить. А, 50. 50 подмагемов? Да. И еще надо вот это качать. Таланты. А таланты ей надо вот это. Коготь Двалина. У меня еще завтра будет уже 5. Потом еще через 20 дней уже будет 30. У меня 396. Наверное. Тоже ты копишь десятку? Ну, у меня десятка есть. У меня я же купил, у меня еще 10. Все, поехали. Так, все, готово. Как обстановка? Там очень много чудовищ. Там очень много похитителей сокровищ. Есть. Антон. Похитители сокровищ? Если они осмелились прийти в разлом. Да блин, ну замолчите. Похитители сокровищ, если они осмелились прийти в разлом, значит не так уж там опасно. Не даешь даже поговорить. Это не сюжетка. Да пофигу. Да пофигу? Да.
Ну на, бомбингу. Отключи нас здесь, всё. Да. Всё, так спокойнее. Если они смелись прийти в разлом, значит не так, так уж там и опасно. Еще что-нибудь? А много чудовищ? Ладно, похитителям сокровищ, деньги милее жизни, и уподобляться им мы не станем. Теперь мне все понятно, вот возьми за твою помощь. Эх, похоже, разлом будет закрыт еще долго. Почему бы департаменту по делам граждан не нанять кого-нибудь, кто бы это место зачистил? Если так пойдет и дальше, кузница Черногории не выполнит ни одного заказа. Их все придется отложить. Как же я не люблю, когда я читаю, кто-то еще говорит. Так голова болит. О, 59 уровень. Отлично. Ну, морды дали не очень много. Ее не хватит. 12 тысяч. На 25 там было. Так, где еще задание? Недавно, кстати, с одним стримером рейд по боссам по 4 эмбер ходили. Нафига? А, мисс Вань. Эх, никому с ней не справиться. С кем? С подсказкой или скорее за слухами о сокровищах. Один искатель приключений говорил, что нашел подсказку к сокровищу в окрестностях долины Тяньсю. Но что бы он ни делал, найти его он не смог. Он прекратил поиски и передал эту подсказку гильдии искателей приключений. И теперь гильдия предлагает награду всякому, кто сможет эту так называемую подсказку разгадать. Любой искатель приключений может проследовать ей и посмотреть, куда она его приведет. Кто разгадает загадку и найдет сокровище, получит награду. Но пока ни следа сокровищ найдено не было. Я могу попробовать. О, конечно можешь, если тебе интересно, просто попробуй. Я отмечу на твоей карте место, упомянутое в подсказке, можешь посмотреть там. Ох. Да не у меня вообще. Устал вид. Сокровище долины Тяньсю. Где долина Тяньсю? Ну идем в долину вашу Тяньсю. Сколько чудовищ, сначала отправимся с ней, а потом пойдем искать сокровища. Вот эти стули. Это когда сокровище нужно лечить, вдруг найдем сокровище. И чё это? Замок что ли? В замке сокровище. Вот здесь, в гробнице Дуньюй. Окей. Так я могу его вот так найти. Так, тут внизу где-то. Блин, как вниз попасть? Ладно, потом. Не хочу сейчас париться с этим. Где ты факт будет? Эмбер через моно не работает. Ха-ха. Это почему? Так, лечиться надо, кстати. Пока не будем большое лечение тратить. Так, где-то здесь. Где-то здесь сокровище. Ага, говно тут, а не сокровище. Покачаны и покачерышки. Замечательный ответ. Crush.
Beg for mercy. As a dutiful maid would. Crush. More speed. Steady as stone. Shudder. Crush. Shudder. Beg for mercy. Где сокровище? Где сокровище с помощью карты? Так я как бы карту-то посмотрел. Где карта ваша? Использовать. Фляжка странника. Баг гладиатора. Фляжка странника опять. Цветок изгнанника. Карманные часы. Брошь инструктора. Тэн. Так, чё, где карта-то ваша? Это карта. А, вон где крестик. Вижу, где крестик. Вот здесь где-то. Давайте метку сюда поставим. Где-то здесь должно быть закопано что-то. Нет, что ли? Ну, крестик же тут. Так пока. Вот я его уже взял. Хотя, если бы я взял, мне бы, наверное, сказали, что я его взял. Здесь на статуе нет. Вот под статуей. И где? Выше, может? Теперь теплее, холоднее, конец не холодно, никуда не туда идешь. Наверху? Если велика, то мы уж близко, стоит тщательно осмотреться. Вот здесь, значит. Окей, вы внимательно осмотритесь вокруг. А тут come from dead. Да блин, я щит поставить хотел. На тебе come from dead. Freeze to the core. Shudder. You can't run from debt. 17 000 ему сношу. О, опять эмбер надо. Говно.
Только то Эмбер. А, она же у меня дохлая. Я же ее убил. Но мне из Диона. Дион поставил. А блин. Да стоп тебе. Да ты серьезно? Там можно было, кстати, и Диона. Диона. Ходи отсюда. Барбару верни. Верни мне Барбару. Где-то здесь сундук. Так, можно метку убрать. Тут уже... Тут уже показано, что мы где-то рядом. А я не помню, если честно, очень долго делал задание. Что тут делать-то долго? Обувь сдана уже. О! Печати! Деньги лишними не будут. More speed. Говорят, надо за ним следовать и вот так делать. Мне этого убивать надо. Кто-то мне сказал, надо просто за ним следовать. И да, он по одной море кидает. Если просто за ним следовать. Так, наверное, не показывает. Чё эти там в голосе или ушли? Постоянно. 14 тысяч. А, 14? Ах, болтуны. Постоянно. А он может стоять вешать. Болтуны, не надоело Бога болтать. Болтуны. Тут мне сложно понять, где это сокровище. Я вот тут хожу. Что, Слава, врубил он все? А, во, исследовать. Это клочок бумаги, на нем что-то написано. Давай скорее прочитаем. Странная записка. Да. Пышно цветет великое древо, судя сокровище оно хранит. Я не знаю, он вырубил нас или включил? Я вырубал. Опять вырубить хочу. Как можно прочитать слово давно, как долго? Я знаю. Я как-то пошли. И мне. Странная записка. Пышно цветет великое древо, сотни сокровищ оно хранит. Посреди великой дороги можно встретить редкий товар, что скрыто под длинной лестницей. Не понимаю, что ему эта информация дашь? Кажется, здесь говорится, что нужно отправиться к огромному дереву, найти середину дороги, а еще как сокровище спрятано под ступеньками. Огромное дерево. Я понимал, если бы сюжет был. Это же даже не сюжет. Это поможет ему найти работу, ты не понимаешь. Ему найти работу помочь? Да, в реальной жизни. В реальной жизни, да. Мне ничего не поможет найти работу в реальной жизни. Приходит на работу, блядь. Ему говорят, что ему сколько. Да я уже... Да я тут читал. Да я твою тему читал. О, господи.
Вообще не смешно. Такой балет. Дурдом. Найти работу в таком образом. Какой бред найти работу, да. Как же это легко. Ну конечно. Ой, я нашел. Одуванчик. Я думал, ты работу нашел. Даже я, нашел. И такой одуванчик. Ты нашел такое слово? Тогда иди работай. Я не нашел ничего. Он нашел работу? Нет, не нашел. О, богатый сундук. Это сундук обычный. At least good luck doesn't discriminate. Это сначала одуванчик поднялся. Сейчас сундуков потом разберу. 90% вы предместили еще. Я никак слава, блин. Ты куда сундуком одуванчик забрать? Одуванчики. Я их еще не пособирал. Да. Но не везде. Но я знаю, где их собирать. Благодаря Антону у меня их уже очень много. О, еще сундук. Искать работу. Быстро. Вася, я тебя отключу сейчас, если еще раз так скажешь. Можно было читать чужих. Задолбали. Задавать другие. Один. О, еще сундук. Что это такое? Выглядит странно. Да хорош петь. Петь. Я не пью. Только воду. Воду, цикорий, кофе. Все, что я пью. Море. Ту-ту-ру-ту-ру-ту, так, мисс Вань, или как она там? Фигань, мисс Гав... Мисс Вань. Ну ты что, ну ты что-нибудь нашла? Я наш... Найди работу, ты ребёнок. Зачем? Так задолбали. А воду уже спусти, там где сундуки и куча роботов, по-моему. Ты что-нибудь нашла? Я нашла вот это. Что это? Никогда не видела ничего подобного. Где ты его нашла? Неподалеку от гробницы Дуньюй. Гробница Дуньюй? Кто же там делает такие вещи? Спасибо за помощь с подсказкой. По правилам искателя приключений этот предмет принадлежит тебе. И конечно же твоя награда. Я отправлю кого-нибудь в гробницу Дуньюй для проведения более тщательного поиска. Очень странно. Этот регион неплохо исследован. Как мы могли что-то пропустить? Инструмент. Сколько денег? 30 тысяч. Нормально. Как раз для Нингуан. Еще надо немного. Так, еще надо какие-нибудь задания выполнять. Сколько там их осталось? Параметрический перевязатель круто. Ставь возле электроруды его. Окей. Его надо сделать. Следование мира. Даниэль Юэ. Проблемы в Черногории. О, новый уровень репутации. Сокровище долины Тяньсю. Ура, репутацию поднял. Мясо Тяньшу среди облаков. Чем, 8 уровень только остался.
Вон задание. Задание, не уходи от меня. Интересно, как дела у мамы? А у папы? А путешественница, что ты здесь делаешь? Помню, ты спрашивала, как попасть в Надзуму. Я была в Надзуме. Надо же, и тебе удалось вернуться? Не зря ты прославилась, как великий воин. Твои способности куда лучше, чем у обычных людей вроде меня. Ах да, если тебе не сложно, можешь оказать мне услугу? Что случилось? Уехав из Надзумы, я ни с кем не попрощалась. С самого детства я мечтала видеть мир за пределами Надзумы. Мне нравилось путешествовать, а вот постоянный контроль родителей расстраивал меня. Блин. О, глаза. После начала охоты на глаза бога обстановка в Надзуме стала совсем удушающей. Вот я и решила покинуть родной город. Приехав в Льюэ, я как-то научилась выживать, но мне так и не удалось найти надежного человека, который мог бы передать весточку моей семье. Может попросить тебя доставить письмо моим родителям? Хорошо. Спасибо, Стас, отдайте это письмо. Кстати, моего отца зовут Йо, а маму Митиру. Я отмечу место, где они живут, на твоей карте. После отъезда из родного города я много переживу. Теперь я знаю, что если я хочу стать сильной и независимой женщиной, мне нельзя во всем полагаться на родителей, как раньше. Я решила, что в ближайшее время не вернусь на родину. Если в большом мире меня ждут трудности, я смело посмотрю им в глаза. Думаю, если я справлюсь, мои родители будут гордиться мной. Я также написала в письме о своей решимости, поэтому, пожалуйста, отнеси его моим родителям. Сильная и независимая женщина. Том, что лежит за океаном. Сюда? Сюда, не сюда. В Надзуму? Нет, не в Надзуму. Или в Надзуму. А, вот, в Надзуму, реально. Мне, кстати, надо еще в Надзуме за исследование карты хотя бы награду забрать. Я вроде что-то там исследовал. А, тут вопросик. Параметрический преобразователь. Параметрический преобразователь может преобразовывать помещенные в него материалы и конвертировать их в другие материалы. Вы можете использовать его функции, чтобы избавиться от ненужных вещей в инвентаре. Тип получившихся предметов будет зависеть от используемых для трансмутации материалов. Параметрический преобразователь 1. Установите параметрический преобразователь и наполните его материалами подходящего качества, чтобы запустить процесс трансмутации. Это что, я могу материалы в другие материалы превращать? Иди поставь его возле электроруды, загрузи какую-нибудь шляпу, получишь ресурсы. Угу, понял. Сколько порций приготовить завтра на обед? Наши дети в последнее время столько едят, давай приготовим побольше. А это кто? Скажите, это дом Ацуко? Да, верно, слушаем вас. Ацуко попросила передать вам это письмо. Письмо, с чего бы это наша дочь вдруг решила нам написать? Письмо довольно длинное, просто она уже вернулась домой. Если ей нужно что-то сказать вам, сказать нам, почему бы не обратиться к нам напрямую? Ацуко вернулась? Путешественница, похоже, вы удивлены. Да, верно, Ацуко путешествовала по дальним землям, но она уже дома. Зачем мне отправлять нам письмо, если она уже вернулась к нам? Может быть, вы перепутали нас с кем-то еще? Подожди, душа моя, я пробегу глазами письмо, да? Судя по почерку и стилю изложения, его действительно написала наша дочь. Еще в нем сказано, что в ближайшее время она не планирует возвращаться и просит нас позаботиться друг о друге. Руда все сделает сама? Ну что все это значит? Может быть, что все это значит? Может быть, она попросила путешественницу доставить нам письмо, а сама тем временем вернулась домой? Думаю, это какое-то недоразумение. Как только наша дочь вернется домой, мы спросим ее об этом. К сожалению, сегодня Ацуко пришлось уйти по делам. Как только она вернется, мы попросим ее объяснить, в чем дело. Если вам не сложно, загляните к нам завтра вечером. Мы попросим ее все объяснить.
А где она сейчас? Сказала, что у нее много работы. Она в спешке, покинула дом сразу после завтрака. Да, она каждый день уходит очень рано и возвращается очень поздно. Мы видим ее только по вечерам. А потому мы не можем точно сказать, что у нее на уме. В любом случае, приходите завтра вечером. Если дочь сделала что-то не так, мы непременно заставим ее лично попросить у вас прощения. Нам очень жаль, что вам пришлось проделать весь этот путь. Ох уж это от сука, а почему она у нас такая невоспитанная? Так. Ну давайте посмотрим, в чем дело. Так мы пришли в 18:40 время. А, следующей ночи. Да ты господи, ты нафиг, блин, 18 следующей ночи. Чик-ч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 ик. Из электробруды, чтобы самому его не бить. Отсука уже должна быть дома, постучим в дверь. Похоже, они что-то обсуждают. В общем, мне очень интересно, что случилось с Тануки, которого мы недавно спасли. Ну что ты, у этого Тануки была лишь небольшая царапинка на лапке. Достаточно ей было отпустить его в лес, а уж он поправился бы сам. Это было невыносимо. Он смотрел на меня со слезами на глазах, выглядел таким жалким, меня просто замучила бы совесть. Забудь, нет ничего плохого в том, чтобы делать добрые дела, только вот съел он очень много. Почти столько же, сколько и я. Постучать в дверь. Кто там? Путешественница, я уже приходила к вам. А я вас помню, пожалуйста, подождите. Входит семья Цуко. Добрый вечер, я Цуко первая, то есть, рада снова тебя видеть. Прости, меня охватила ностальгия, стоило мне отдать тебе письмо, как я тут же передумала и села на первый же корабль Дайнадзумы. Вот врунья. Ага, прости, что не объяснила тебе все раньше и заставила проделать такой дальний путь. Как ты вернулась в Инадзуму? А мало ли способов, ха-ха. Не стоит беспокоиться об этом. Я подготовил тебе награду, вот возьми, спасибо за помощь, поспеши, поспеши, сегодня у тебя еще куча дел. Но почему сейчас Ацука говорит нам совсем не то, что говорила раньше? Если вернуться в Инадзуму было так просто, зачем ты вообще обращалась к нам за помощью? А как же твое дело в Лиуэ? Дело? Какое дело? У меня было дело в Лиуэ? Ах, все это так не важно. Нет ничего важнее семьи. Я уже передала все свои дела другому человеку, ха-ха. Погоди-ка, настоящая Ацука с трудом нашла работу в Лиуэ. Она ну никак не могла бы начать разбогатеть. Ты кто? Я, конечно же, я Ацука. Я выгляжу как Ацука. И голос у меня как у Ацука. Откуда все эти подозрения? Так, слушай, ты чего на меня насела? Все, проехали, больше не хочу с тобой говорить. Мне завтра на работу, все, ухожу. Ацука уходит в приступе ярости. Странно это. Ацука, это девчонка, и чего это она вдруг так разлилась? Вы уж нас простите, путешественница, должно быть, эта девчонка очень устала на работе. Но вы ведь видели ее своими глазами, это наша дочь, а письмо, возможно, эта девчонка забыла о нем. В любом случае, мы хотели бы поблагодарить вас за труды. А что касается оплаты, вы не могли бы немного подождать? Что-то не так. Ничего подобного, мы можем позволить себе заплатить вам. Помните, мы сказали, что Ацука целыми днями работает. Оплата, которую она получает, вечно какая-то странная. Она постоянно приносит домой чудные семена или другие фрукты. Но никогда мору. Что надо? Суфрываешься. И пусть все это имеет определенную ценность, сначала это нужно продать. Думаю, для путешественницы вроде вас мора более убедительная награда. Прошу вас, возвращайтесь завтра. К этому времени мы сможем раздобыть для вас мору. Очень странно. Дом, что лежит за океаном.
Дождитесь следующего дня. Да господи ты, боже мой, а? Что за задание тупое? Опять день. День, ночь. День начинается в час. День, ночь. А дальше не помню. Что там пелось? Йо! И куда убежала наша дочь? Что случилось? Даже если на утро ей нужно на работу, перед уходом отцука обычно успевает поговорить с нами. Но сегодня она ушла, не сказав ни слова. Вчера после вашего ухода отцука сказала, что устала, отправилась в свою комнату и легла спать. Утром, когда мы проснулись в кровати, ее уже не было. Мы искали ее везде, мой муж камня на камне не оставил. Однако прошло уже полдня, но мы не обнаружили ни следа нашей дочери. Неужели эта девчонка снова отправилась в путешествие? Что за трудный ребенок? Успокойся, душа моя, я продолжу искать ее. А ты пока приберись в комнате отцука. Эта девчонка ушла, не закрыв как следует окно. В комнату надуло столько листьев. Да, пока мы не забыли, вот ваша оплата. Прошу, примите ее. Ох уж это отцука, и куда она делась на этот раз? И все? Сколько дали? 20 тысяч? Ну а что, нормально. Все свои деньги отдали. Ура. Блин, книги нужны. Указания о процветании. Ой, процветание нужно. Блин, тут и на зуме еще надо делать все. Говно, говно. Где это, блин? А, вон где оно. Комиссия. Пойдемте там что-нибудь соберем. В комиссии. Есиро, не Есиро. Здорово. Здравствуй, кто провел сегодня с комиссией Есиро. Какова моя репутация? Офиговая моя репутация. Уровень репутации 2. А, то есть закрыто у меня еще. Исследование мира. Прогресс исследования Надзумы 20%. 40%. Да не Надзума, неизменный бог, вечная утопия. Забвение, исчезновение теней. А вот репутация 2. Всевидящий бог, бренный мир. Международные путевые заметки. Дом, что лежит за океаном. Письмо Тисату. Сказание из Татары, финальный акт. Охотники за грозами Сейрая. Древние сокровища Сейрая. Колесо солнца и гора Канна. Репутация. Сумерки какие-то. Окей. Теперь можно просьбы здесь выполнять. Ну вот книг на Нингуан уже нету. Деньги-то есть, а вот книг нету. И все в воскресенье. И все в воскресенье делать. Ничего, аждаху, блин, в понедельник. Аджаху. Аждаха, аджаха. Ли Юэ надо идти. В Ли Юэ. А, вон задание. Ладно, сейчас мы. More speed. Ой, блин, сейчас разобьемся нафиг. Да куда я опять пошел? Mm.
Я блуждаю, блуждаю. Да блин. Я блуждаю и блуждаю. Необходимые формальности. Чан-Чан и ее спутник. Дарю мой стик этому городу. Непостоянство сокровищ. Короче, это было задание не из Лиуэ, а из Надзумы получается. А вот и она ходит опять. Привет, привет. О, то есть рада встрече, рада встрече. Еще никак не привыкну к местному приветствию, ха-ха. И письме родным. Ты доставила его моим родителям, да? Большое спасибо, приятно знать, что у них все хорошо. Моя мать, скорее всего, продолжала бы волноваться, а отец пытался бы утешить ее, держав в себе свои собственные переживания. О, только после отъезда я поняла, как сильно они скучают. Мне очень жаль, что я заставила их волноваться. Странная ты какая-то. Отправила письмо, потом приехала, потом опять сюда. Может, это не ты? Ладно, пофиг. Пофиг на нее. Деньги мне заплатили. Мне больше ничего не надо. Дайте задание. Кто там значок пойман? Под восклицательным знаком. Я не знаю, что это значит. Здесь был восклицательный знак. Да он делся. Три розы белых. О, Чан-Чан, вот она. А, как же я ее прокормлю? В чем дело? Я думаю, чем же мне покормить собачку, которую я встретила? Собачку. Кабачку кормить. Дедушка говорил, что в городе беспорядок и не брал меня туда, чтобы покормить ее. Сейчас он сказал, что все успокоилось, но теперь у него нет времени сводить меня. Я так давно ее не кормила, она ведь не умерла еще. Дедушка говорит, что она найдет то поесть. Но я все равно волнуюсь. Можешь сходить к городским воротам покормить собачку? Хорошо. Ура, спасибочки. А чем ее кормить? Обычно дедушка ей покушать брал, кажется, птицу. Поможешь найти мясо птиц, чтобы покормить собачку? Поторопись, пожалуйста, это вдруг она от голода умрет. Ну, я вроде как... Птица-то у меня есть. Сейчас придем, а там дохлая собака. Наверное, вряд ли. В этой игре такое вряд ли будет. Это же не западная игра. Вот собака, она еще живая. Покормить. Держи, кушай. Так смотрит еще. Она ничего не ест, собака. Ей ничего не даю покушать. Хоть сейчас мясо птицы дали. Ты покормила собачку? Да, она налопалась. А, как хорошо, спасибо большое. Это тебе, я сама накопила. Через несколько дней дедушка, наверное, отведет меня покормить собачку. Сколько ты накопила? 20 тысяч? А, оп. Сырое мясо, что-то там, рыба. Ну, понятно, денег нам не дали. Тогда Нингуан.
Так, Нингуан 60 уровня. Ой, собирать, собирать. Ограбил ребенка на еду. Ну да. Я не хотел. Ну, так надо. Большой кунь. Эх, такой был замечательный нефритовый дворец. И вот его не стало. Что ты тут делаешь? Как не стыдно. Да стыдно. Ох, это ты. Я пытаюсь сообразить, как убрать все эти обломки, что остались в воде после того, как нефритовый дворец разрушился. Ты ведь еще помнишь, как он развалился на мелкие кусочки прямо у самого города? И вот все эти обломки всплыли на поверхность. Особенно крупные даже мешают проходу кораблей. Департамент по делам граждан организовал уборку. Благодаря ей удалось избавиться от большинства крупных объектов. Но вот что до мелких, сколько их не убирай, все новые всплывают. Особых проблем они не доставляют, но в департаменте настаивают, что обломки, сколько бы их ни было, нужно убрать. Вот я и думаю, как справиться с этой задачей. Сержант сказал, что я могу попросить помощи добровольцев. Но кто же за такое возьмется? Но только если ты не желаешь помочь, то скажешь. Если найдешь чего-нибудь хорошего, можешь оставить себе. Хорошо, я помогу. Спасибо, ты здорово меня выручишь. Боюсь, плаваю я не лучше топора. Нефритовая рыбалка. О, рыбалка погнала. А, нужно собрать, наверное, все вот эти вот штуки, да? Эти обломки у северного причала. Ура, собрали. Это же целая куча моря, оставим ее себе. Кошелек с деньгами. Пайман, конечно, все себе хочет оставить. Но это же Пайман. Делаю сразу параметрический преобразователь, пусть восстанавливается. Надо сделать. Где его делать? В кузне? А, вон куда надо. Что-то я далеко телепортировался. А чё, почему сюда? А сюда зачем? Почему показали сюда? А, соберите обломки у южного причала. А, понял. Он у тебя готов в инвентаре вроде. Да? А что такое, так плотно упакована, промокшая коробка. Вернитесь к большому куню. Так, в инвентаре. Вот он. Прибор, который может трансмутировать материалы, превращая их во что-то другое. Я же пользуюсь геокомпасом. Я сейчас не буду его ставить. Он у меня есть. Мне его не надо делать. Так, давай мою награду. Ты уже закончил с уборкой? Смотри, что я нашла. Мору можешь оставить себе. Ее тут не очень много. Пусть она будет твоим вознаграждением за работу. А что это за коробка, я не знаю. Лучше покажи ее Бай Вэй. Она должна быть в павильоне Лунного моря. Может, она знает, что это такое.
Пай Вэй. Бау Вэнь. Он ставится на минуту, сделав ресурсы и все снова компас поставишь. Окей, сейчас. Сейчас я с Бау Вэнь закончу. Привет, чем могу помочь? Я нашел Мариэта. Позволь мне взглянуть. Верно, эта коробка действительно из нефритового дворца. Но что это такое? В этой коробке лежат несколько бумаг и приказов, которые еще предстоит рассмотреть. Удивительно, что они смогли так хорошо сохраниться. Тем не менее, твоя находка сэкономит там немного работы. На устранение последствий падения нефритового дворца уходит уйма времени и усилий. Спасибо, что принесла ее мне. Вот, прими это в знак благодарности. Сколько денег? 50 тысяч. Хорошо. Лизу качать еще надо. Блин, надо экономить деньги. О, глазурная лилия. То, что надо для Нингуан. Ставь под электроруды. А где электроруды найти? Я не помню уже. Где можно найти электроруду? Я не помню. А вот ты и зашел. Я не помню, где электроруда. Я не помню, где электроруда. Я не помню, где электроруда. Сейчас я завалю тут долбанутых искателей сокровищ. Может, у них что-то тут есть. Я не помню, где электроруда. Так, где там эти? Два говоруна. Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Слово, видимо, нас на весь стрим грядет. Так, ставим. Кто пошел в пень, да? Кто в пень пошел? Ты иди в пень. Нам и вдвоем весело. Преобразовать. Параметрический преобразователь. Погодите-ка. Его надо вплотную ставить? А, прямо возле руды. На. Куда у меня 17 тысяч, блядь? Я чуть не понял, откуда у меня 17 тысяч? Не знаю. Кто меня бафает? Нельзя разместить меня здесь. Кто-то бафает, кстати. Кто тебя там бафает? Реза? О, Павла заговорил. Кто тебя там бафает? Забафали там тебя. А, так. Антон, ты же вырубил Славу. Он у тебя спросил, кто тебя бафает?
Кто тебя бафает? Типа, я откуда знаю. Руда. Тарата руда. Он не знает. Тарата руда руда. Так, какой мусор можно выкинуть в преобразователь? Я не посмотрел, какие угенки навыки тебе есть. Что мне выбросить в преобразователь? Возьми Тарталью. Тарталья зачем? Может мне призмы эти выкинуть? Два лучника. Нет, спасибо, я его не буду. Старая гарда, я не знаю, что это такое. Он скучный, да? Я могу тебе кого-нибудь другого. Что мне больше всего здесь не пригодится, скажите мне. А вот много у меня наконечников. А если... Я могу яблоки закатники. Он что-то из нее соберет? Он же я соберет. Из коней. Отдай 150. Из коней он соберет коней. Наклеит тебе жоп. Наклеит жопу на стол и будет... Сала жопа. Ходи. Максимально загружай. Я не знаю, как загружать. Момент бафать интересно. Вот смотри. Мы всего лишь что поговорили во время даже не сюжетного диалога, он белую вырубил. Потому что потому что так да? Надо было. Нет, я не вырубал сейчас. А, сейчас он нас вырубил. Оставленный привет нельзя будет получить назад. Да нафиг. Параметрический преобразователь 2. Процесс трансмутации вам необходимо... Процесс трансмутации необходимо использовать элементальные атаки, чтобы произвести достаточно энергии для проведения трансмутации. Вы сможете получить преобразованные предметы, как только процесс трансмутации будет завершен. Погоди, давай я открою. А можно я тебя спрошу? А как у меня джинс сдохло? Так, и чё, сколько мне ждать трансмутацию? Не знаю. Я же с колы упал? Чего? А сколько ждать-то мне её? Вот это я не уклюжий. Ладно. 0% пишет. Это такое бывает. Я отдал наконечники, короче. Так, танга. 150 наконечников. Далеко поставил, долби вручную. Серьезно? Наверное, меня бафает своя. Хутало? Да. Там бафнул. No stone unturned, as a good knight should. Трансмутация нуклида. Ого! 60 тысяч моры. Волшебная руда. Превосходная руда. Плитка башни. Декарра. Как это говно какое-то дали. Ну неплохо. Деньги. Пойду открою тебе. Чё откроешь? Шесть дней. Антон, а ты, Антон, Вася, а вы преобразователь-то используете в раз в неделю? Преобразователь? Да, параметрический. Я же говорю, хорошая штука, как восстановиться, снова преобразовывай. Окей. А, нет, есть. Она раз в неделю можно ее делать. У меня действительно преобразователь. Так, ну что мне нужно? Какие ресурсы мне нужны? Ну я наконечники стрел отдал. Они нафиг мне не нужны. Мне их 600 было. Тур-т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 ур
максимум. Приступить. Ладно, давай я его заполню. И долби его. Я понял. Я это никогда не делал. Я первый раз сегодня подолбил. Сейчас я получу книжечки свои. Там разве книжечки дают? Книжечки опыта. У меня не дают книжечки опыта. Мне дали мору и что-то еще. И для ресурсов. Иванович. Иван пришел? Нет, Иванович. А, надеюсь, этих документов достаточно. Что такое? А, это ты, ну ты видел, что произошло в Ливе. Страшное дело. Я думал, в городе некоторое время будет неразбериха, но порядок не навели так быстро. Цичин из Ливе — это что-то. Не знаю, для наведения порядка или для чего еще, но департамент по делам граждан выпустил кучу новых объявлений и инструкций. Стоит продолжать заниматься здесь бизнесом, мне пришлось пройти кучу формальностей и заполнить кучу ходатайств. Несколько дней промотался. Но клерк Джао сказала, что мне еще надо сделать новую лицензию на ведение коммерческой деятельности, и попросила следить за уведомлениями. Я и так уже ношу несколько дней, я еще не все процедуры закончил. Совсем сил нет, еще бегать, надо на доску объявлений смотреть. Путешественница, будь другом, сбегай, посмотри на доску объявлений, вдруг там написали про новые лицензии. Хорошо. Спасибо тебе, путешественница, а то я совсем из сил выбился. Расстояние это небольшое, но не знаю почему от этой всей бюрократии я вдвойне устаю. Если увидишь что-то про новые лицензии, то перепиши, пожалуйста, и принеси мне. Еее, новые лицензии. Новые лицензии. Новые лицензии. Новые лицензии. Ска объявлений. Ска объявлений торговой площади Фэйюнь. Здесь вы можете узнать последние новости и ознакомиться с рекламными материалами местных магазинов. Пожалуйста, не засорите доску бессмысленными объявлениями. Информация о ротации кадров, сообщение о загрязнении, заявление на получение новой лицензии, на ведение коммерческой деятельности. При подаче заявления на получение лицензии на ведение коммерческой деятельности необходимы следующие. Похоже, это про новую лицензию, которую хочет получить Иванович. Давай скорее перепишем. Еее, новая лицензия для Ивановича. Кайба. Так, там преобразователь появился. Ты нашла объявление о новой лицензии? Да, и переписала. Прекрасно, ну-ка посмотрим. Разрешение на выход в море. Учредители документы коммерческой организации и обязательства по безопасности ведения бизнеса. И старая лицензия. Ничего, эти документы я еще пару дней назад бегал, подписывал. Целый марафон был. Путешественница, поможешь мне подать эти документы? Правда, подавать их надо, и надо разным людям. Блин. Так, сначала разрешение на выход в море нужно отдать нервному Аню. А учредительные документы коммерческой... Блин, глаза болят. Коммерческая организация, обязательства по безопасности ведения бизнеса надо отдать Мелиту из ЗИА и... А потом отдать вторую лицензию на ведение коммерческой деятельности клерку Джао и все. Слава говорит, что у него глаза болят. А вот он хочет зайти. Помоги мне, пожалуйста, подайте бумаги путешественницы, я обязательно тебя подблагодарю. Ладно. Надеюсь, после этих формальностей уже все. Да уж. Тебе-то, наверное, больше никогда этим не придется заниматься, а мне вот если хочу здесь торговать, то потом все равно придется бегать. Эх, такие методы внушают спокойствие, конечно, но было бы неплохо их немного упростить. А, ее мама гулять позвала. Ой, господи. Какую гадину. Да какую гадину, Слава? Я Полину так не назову. Мама ее позвала гадину. Ты издеваешься, Слава, не смешно. Я услышал.
Я вас вижу гадин. После, после гулять. Опять эти документы не так заполнены. Иванович хочет получить новую лицензию. Иванович, а, помню, приходил он пару раз. Он бегает на новую лицензию. Он бегает на новую лицензию подает, да? Как это можно вообще так написать? Он бегает на новую лицензию подает. Астанган. Как можно так сказать? Он бегает на новую лицензию подает. Как понять это? Это русский писал? Как можно так предложение составлять? Вот это дичь, блин. Какие, набегался уж, наверное. Ты, наверное, ему помогаешь. Принесла разрешение на выход. Принесла разрешение на выход в море. Я ему говорил в тот раз, что у него не так заполнено, и надо еще в другое место сходить. Да, у меня тут дофига всего. Выберите подходящие предметы. У меня их три. Официальное разрешение на выход в море. Дай взглянуть. Ага, все в порядке. Эти документы я заберу. Иванович. Антон. Отдать нужные документы. Дзя И. Так, Сюй подождет. Сюй пускай засунет свой Сюй. Соблюдайте порядок, соблюдайте порядок. Иванович хочет получить новую лицензию. А, ты его представитель. Подготовили учредительный документ организации, и это самое, как его. Обязательства по безопасности бизнеса. Все принесла. Диалоги читает. Старая лицензия на ведение коммерческой деятельности. Нет. Учредить документы коммерческой организации. Порядок, я заберу эти бумаги и передам потом клерку Джао. Я нашел Агат. Агат нашел? Привет, хочешь подать документы или задать вопросы? Иванович хочет получить новую лицензию. Ты вместо него? Хорошо, у тебя его старая лицензия на ведение коммерческой деятельности. С собой? Если с собой, то надо ее сдать. Без этого новую не выдадим. Сдаю. Сдаю тебе лицензию. Да, все верно, это я заберу. Остальные документы ты уже подавай, а то придется через пару дней опять ходить подавать. Подала, блин. Хорошо, если все в порядке, то новая лицензия на ведение коммерческой деятельности будет скоро готова. Я пошлю кого-нибудь сообщить Ивановичу, когда можно будет забрать. Иванович. Вернитесь к Ивановичу. Сейчас. Вниз он тебе наверх. Угу. Okay. Ты все документы подала? Да, все готово. Фух, вот это здорово. Мне осталось только новую лицензию получить, и я смогу продолжать здесь торговать. Спасибо тебе, что сходила вместо меня. Я так тебе благодарен. Вот, возьми. Надеюсь, потом не придется столько бумажек заполнять. Очень это все утомительно. Я тоже не люблю бумажки заполнять. Ого, 100 тысяч мор. Вот это награда. Вот это я понимаю, Иванович. Я тебя верю. Иванович дал целых 100 тысяч моры. Чуть не улетел вниз. 100 тысяч, 100 тысяч моры, 100 тысяч моры, 100 тысяч. 1, 2. Это куда надо? Ах да, блин, надо было еще мору забрать. У тебя, наверное, нифига нету, да? Чего? Нет, ты иди нафиг. Где там мор? Так, где мору дают? Переделывать план. Я бы сундуки поискал, но что там мне сейчас не. Санган. Полетели. Что? А Санган?
Тарталья. Я понял. Тарталетка. Тарталья. Тарталья. Тарталетка. Главное, почему тут тарталья? Я услышал про тарталью. Тарталью услышал. Тарталья. Так. Да. Еще моры. 17 тысяч моры. Один еще. Я знаю, где. Второй не знаю. Черт возьми. Ладно. Сегодня хватит. Я устал. Один для нашего. Давай. Я вообще вниз упал. Я устал от этих разговоров. Достижения. Трансмутация нуклида. Выпадите одну трансмутацию материала с помощью параметрического и преобразователя. Я бы хотел еще пользоваться этим преобразователем. Ох. Насморк задолбал. Постоянно болеешь. Ладно, все на этом. Думаю, все сделал, чему хочу, хотел. Я сегодня. Ладно. Да блин, глаза болят. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Тебе спасибо. Всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто смотрел записи. Отдельное спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на канал на YouTube, на Good Game, и также в Facebook Одноклассники. Всем удачи, до скорой встречи, еще увидимся. Че ты как рэп зачитал слово?